Недавно в поселке Мосрентген проходили всеармейские соревнования среди командиров всех степеней Западного военного округа на Кубок Министерства обороны «Командирские старты». Все участники турнира – пример того, как военнослужащим удается совмещать боевую подготовку и спорт. Всеармейские соревнования такого уровня в Вооруженных силах России проводятся впервые. В рамках состязаний будут выявлены победители в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 100 метров, подтягивании или подъеме переворотом на перекладине, беге на 1000 и 3000 метров. Церемония закрытия состоялась на Воробьевых горах, где офицеров в торжественной обстановке наградил помощник командующего войсками Западного военного округа по физической подготовке подполковник Виталий Иванов. В середине октября в Москве состоятся финальные соревнования, в которых примут участие сильнейшие офицеры со всей России.